Во Владивостоке завершают раньше срока ремонт одного из участков дорог, который делает по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Речь о перекрестке улиц Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова и Нейбута. Запланирован комплексный ремонт дорожного полотна, включающий в себя ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт пешеходных дорожек, замена разрушенных бортовых камней. При необходимости будет установлено дорожное ограждение, искусственные дорожные неровности, разметка, знаки. Для оптимизации движения на выезде с Адмирала Кузнецова в сторону Нейбута расширили проезжую часть, обеспечив тем самым беспрепятственный правый поворот. Как отмечают водители, теперь проезжать этот участок стало намного удобнее и быстрее. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.